КФО финансируется за счет субсидий федерального центра. И любые региональные языки, они являются центром ответственности регионов. Так выстроено законодательство сегодня. Это не КФО определяет. Да? И мы не можем формировать. Если соберется 25 человек, тогда мы готовы. Нельзя двух-трех. Это же по желанию. Вы вот, все время говорят КФО. А вы спросите, кто, сколько человек хочет математику изучать вот, на родном языке. Да? И потом КФО – это все-таки федеральная структура, которая работает на весь Приволжский регион. У нас здесь национальных республик достаточно много. И Чуваши, Удмуртия, Татарстан. Да? Вот представьте, завтра чуваши скажут, мы хотим, чтобы математику изучали на чувашском языке. Поэтому мы говорим, для чего это надо? Да это ни для чего не надо. Ведь нужно, чтобы люди умели преподносить материал на своем родном языке. Мы им предлагаем обучать их на русском языке, математики, физики. Учебников-то нет для высших учебных заведений. Что значит КФУ, почему не делал? А вы знаете, что учебников нет? Сегодня вот кто-то, если физфак заканчивал, Ландау, да? Учебник Ландау, он что, на татарском языке, или на чувашском языке, или на каком языке? Физику откуда? Они либо на английском, либо в лучшем случае на русском. Их и раньше не было. Почему объединили вот эти вот педагогические вузы? Что, от хорошей жизни, что ли? Мы же все были недовольны, как предметные учителя, они ЕГЭ не могли сдать в своей области много. Так же было. Так было. Поэтому сегодня мы две модели делаем. Одну вместе с физиков, учителя физики готовим. Модель Елабуги, она классическая модель педагогического университета. Мы сравниваем, как эти две модели будут развиваться. Но нельзя делать вывод там по одному, по двум, по трем годам. Наши выпускники еще в школу не пришли. Понимаете? Нам всего там 6 лет, 5 лет вот в этом формате. Ну вот в этом году придут. Кто поступил к нам и кто вышел от нас. То есть федеральному центру не интересно татарское направление? Я же не сказал, что федеральному центру не интересно татарское направление. Сегодня 600 с лишним человек обучается на родном татарском языке за счет федеральных субсидий. Можно я тоже языкознание родной, анатэ, язык, а есть предмет физика, химия, математика и так далее. Это разные вещи.